собаку и статьи в газете. Нет, еще не вернулся. Да я же вам повторяю, с собачкой все в порядке. Не волнуйтесь. Да, она ходит на аэродроме. Хозяин еще не нашелся. Мы уже вчера спрашивали, как у них дела. И позавчера тоже. Я вас уже по голосу узнаю. Послушайте, не надо сюда приезжать. У больных все в порядке. Сейчас другой прилетит.